Ну все, я сейчас слюной захлебнусь, если не съем мою сосисочку. Не двигаться, всем оставаться на местах. Это лесной патруль. Ой, мамочки, волки. Почему вы развели костер в лесу? Разве вы не знаете, что из-за них случаются пожары? Так, сосисочки. Уже пожарили? Да. Отличненько. Мы их экспроприируем у вас. Как это? Экспроприируем. Темнота. Вы что, в школе не учились? Учились весь год. А сейчас у нас каникулы. Плохо, значит, учились. Послушайте, а почему вы, собственно говоря, так с нами разговариваете? О, а это кто с вами? Это наша учительница, тетя Черепаха. Только нам здесь взрослых не хватало. Эту малышню обмануть дважды два получилось бы. Да и панцирь у нее смотри какой прочный. Такой не прокусишь, все зубы поломаешь. Угу. Тогда переходим к плану номер два. А у нас был план номер один? Конечно, был, болван. Если моя хитрость не сработала, значит, заберем сосиски силой. А ну отдавайте нам ваши сосисочки, а то мы вас сейчас разорвем на мелкие кусочки. А ты что молчишь? А ну давай, изображай злобного волка. Ага, сейчас, это я мигом. Я сейчас в обморок упаду от страха. Не бойтесь, я вас всех сейчас защищу. И мою сосисочку тоже. А ну, только попробуйте подойти к нам. Уж я вам подпалю вашу шкуру. Ты слышал? Он нам угрожает. Может, ну их? Их сосиски. Пошли лучше лягушек искать. Ты что? Испугался этого малыша? Ага. А ну не трусь! Нападай на них! Ой-ой-ой, помогите! На нас напали лесные разбойники! Ах вы так! Ну не говорите потом, что я вас не предупреждал! Сосисок вам захотелось? Сейчас уж я вас досыта ими накормлю! Думаете, напугали нас? Ага. Ха-ха, не на тех напали. Вот я вам сейчас. Их. Ой, мой нос. Ой-ой, мамочки. Что случилось? Кому нужна помощь? Ух ты! Глазам не верю! Неужели это сам Тиросер? Пожалуйста, защитите нас от этих свирепых зверей! Я очень боюсь, что они разорвут нашего Петю на кусочки! Не переживайте, мадам, у нас все под контролем! Yeah.
А ну-ка убирайтесь отсюда! Вам здесь нечего делать! Слышали, что вам сказали? Вам здесь не рады! Бегите в лес, пока еще кости целы! Хорошо, ну это был ваш выбор! Получайте! Ой! Ай-яй! Ох, ой-ой, мой хвост! Бежим отсюда! Какие-то чокнутые туристы! Я так не договаривался! Ура! Наша взяла! Спасибо за помощь! Рад был помочь! Надеюсь, эти хулиганы получили хороший урок! А можно вас спросить? Спрашивай! А вас зовут Кирасир? Ты угадал! Ух ты! А я ваш подписчик! Когда прихожу со школы, первым делом бегу смотреть ваши ролики! Вы такой крутой! Крутой, говоришь? А ты тоже не из трусливых! Бился со свирепыми волками не хуже меня! Ну да, ну да! Правда, мое оружие не такое продвинутое, как ваше! Хочешь, чтобы я подарил тебе свой меч? О, и это бы было здорово! А как же вы без него? Не переживай за меня, я себе еще один скрафчу. Так что держи, он твой. Ух ты, а это не сон? Давай я тебя ущипну. Ой-ой-ой, не надо, я верю. Спасибо вам большое. Вот мои друзья-то обзавидуются. Эх.